Саженцы розы Флорибунда Мидсаммер, Роуз Мидсаммер Танта, добавят в розарий яркое оранжево-красно-розово-желтое пятно и подарят ощущение тепла и света. Компактный куст вырастает до 80-100 см в высоту и 60 см в ширину. В июле покрывается кистями с 3-5 цветками. Каждый бутон раскрывается в розу диаметром до 8 см, объемную и махровую. Прерываясь на короткое время, Флорибунда Мидсаммер обильно цветет до середины осени. Посадив несколько неприхотливых саженцев в ряд, можно создать превосходный бордюр или живую изгородь. Роза Флорибунда Мидсаммер – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, газонов. Роза прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола роза Флорибунда Мидсаммер можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания розы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает роза Флорибунда Мидсаммер в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют средний аромат. Интересные цветы роза могут быть до 6-8 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 3-5 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что роза Флорибунда Мидсаммер – самоопыляемый обоеполый сорт. Роза Флорибунда Мидсаммер создал Танта. Создан сорт был в год 2007. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.